Опять колонна техники движется в сторону Украины. Об этом сообщил канал СТБ. А ось і свіже відео з Росії, зняте цими вихідними. В Астрахані, що майже за 1000 кілометрів від Маріуполя, росіяни зафільмували військову колону з характерними білими значками, що рухалася саме в бік України. Тепер небольшой мастер-клас. Що рухалася саме в бік України. Находим этот магазин. Дальше нам помогают Google карты. Ну, это просто, на самом деле. Вбиваешь адрес и находишь. Это называется просмотр фотографий. Вот как раз таки наш магазинчик. Вот в ту сторону двигалась машина того, кто снимал. То есть техника ехала в противоположную сторону. А теперь нам опять-таки помогут Google карты. И мы найдем маршрут, как вот с того места можно доехать в Мариуполь. Это просто. То есть колонна двигалась вот сюда, а должна была двигаться вон туда. Но почему же они двигались в противоположную сторону? Вот интересно, может быть, это какой-то хитрый обходной маневр? Это тоже очень просто. Остается просто найти по новостям, что же там в Астрахани такое происходило. И мы находим. Но вы, возможно, спросите, а откуда журналистка взяла, что эта колонна движется в сторону Украины? Ну, во-первых, все военные колонны, которые движутся по России, движутся в сторону Украины. Это знает каждый ребенок. Во-вторых, лучше спросите у самих журналистов канала СТБ. Это они профессионалы, я так, любитель.